There it is. Леди джентльмены, MKBHD, вы и так в курсе. Так, видео, YouTube, счастлив быть здесь. Нам повезло, что он с нами здесь сегодня, я подумал, нам надо докопаться до сути некоторых тематик. Поскольку, как вы знаете, MKBHD — это авторитет в различных технологичных темах в интернете. У нас кое-что крутое здесь. Как вы знаете, все только и говорят про складные телефоны. Конечно, самсунговский складной телефон, Royal, FlexPi Royal. FlexPi, да, был крайне скептичен к нему. Я не видел его на CES. Я поигрался с ним на CES. Скажем, что складные телефоны не готовы, и это тому доказательство. Хочется поощрять амбициозные проекты среди телефонов, потому что они все одни и те же. Да, все говорят, все телефоны похожи, выглядят одинаково, у всех есть вырез, двойная камера, стекло. Так что хочется чего-то интересного, о чем можно поговорить. И они сделали это, но я посмотрел на него, поиграл, потрогал. И должен сказать правду, не очень-то хорош. Клади его себе в карман. Не тот, что нужен. Сегодня ты уже видел этот клип, это горячая новость. Это президент Xiaomi, и они запилили это видео о том, как они видят складной телефон и их рабочий прототип, Vision. Итак, вот он, чудесный момент. Двойная складка. Оу. А зачем? Я не знаю. На них упала куча любви за этот дизайн. Люди такие, это что-то похожее. Идея того, что ты открываешь, и у тебя чуть больше экрана. Достаточно ли этого, чтобы оправдать этот странный форм-фактор все остальное время, этот сэндвич? Этот продукт должен открыть все двери для будущего складных телефонов. Не уверен, что скажу «да». Но мне нравится идея, что они сложили его, и он из режима планшета перешел в режим меньшего планшета. Да, это получше, чем то, что я видел до этого. Но это не заставляет меня думать, а вот зачем мне нужен складной телефон. Я все еще жду этот момент. То, что я видел, мне понравилось еще больше. Помнишь Razer про складушку? Но это версия Razer с тачскрином по всей внутренней поверхности, и он мог складываться напополам. Новый Razer. Вот это было интересно. Такой способ использования складного экрана кажется полезным. Так, мы вернем раскладушки. Люди любят раскладушки, мы ушли от них. Но теперь, если у тебя есть складной экран, ты можешь выстроить все компоненты вокруг него и можете сделать раскладушку по-новому. Мне интересно наблюдать за различными версиями. Я думаю, что отличие этого случая и причина, почему это генерирует чуть больше интереса, в том, какая компания это делает, это Xiaomi. Они способны, если кто-то это и будет делать, ты не веришь во FlexPi Royal? Именно! Это не был самый вселяющий уверенность бренд, при всем уважении, но новичок в этом пространстве. Xiaomi, с другой стороны, они выпускают новый смартфон, как курица яйца несет. Знаешь, что странно в этом складном телефоне, когда ты складываешь его? Задник телефона все еще горит. Это происходит здесь, и также в прототипах, что я видел. Я думаю, просто отключите задник, чтобы что-то случайно не нажимать. Я думаю, что ты, скорее всего, прав с точки зрения опыта пользователя. Кажется странным, что горит дисплей, на который ты не смотришь. Но также, каждый, кто купил себе такой телефон, кто потратил то количество денег, что необходимо, чтобы взять себе такой телефон, захочет, чтобы весь мир знал, что его экран складывается. Это верно. Так что я не знаю. Я с тобой в части ранней дискуссии, я пока еще не видел ситуации, которая бы сделала очевидным зачем. В чем вообще... Я понимаю, у вас есть экран чуть больше, как в этом случае, но... Вы смотрите на некоторые здоровые телефоны, они и так уже 6,5-7 дюймов. Вы получите 8 дюймов в режиме планшета, ну а что вы получаете взамен? Этого недостаточно до тех пор, пока кто-то не покажет нам, может, вот пеном, может, еще какой-то метод ввода, или другой способ использования, когда вы скажете, да, это убедительно. Я думаю, что зачем? Да, мы продолжим видеть моменты, как, о, это еще один способ использования складного экрана. Но в общем, поскольку у нас всего парочка подобных прототипов, мой вердикт — складные смартфоны не готовы. Пока что. Это все доказательство концептов, как OLED и как 3D в прошлом. Мы стараемся понять, нужно ли это на самом деле, но момент убежденности должен еще прийти. Да, мы все еще на этапе, о, прикольный экран складывается.
Ой, он же не должен складываться. Да, я все еще не вижу этого будущего, но это прикольная технология. Определенно.